Вутинг. Если этот кружок вызывает у тебя какие-то эмоции, ты, наверное, уже что-то знаешь про эту клавиатуру. А если нет, то сейчас я за несколько минут расскажу тебе, почему клавиатуры какого-то ноунейм бренда скупаются так же быстро, как все видеокарты пару лет назад. Главное отличие вутинга – это аналоговые свитчи и использование в них магнитного сопротивления. В обычных клавиатурах тебе нужно зажать свитч до точки его активации, а тут стоят магниты, которые определяют точное положение свитча в любой момент времени. Но самый главный прикол – это софт от вутингов, который позволяет все это дело кастомизировать. Объясню просто. Суть игры, про которую я снимаю видео, это вот это тык-тык-тык. Кто тык-тык-тык быстрее других, тот круче, у того деньги, тачки, женщины всех возрастов и квартира в Москва-Сити. А кто медленнее, тот гречка, красная цена и работа в пятерочке. На самом деле все наоборот, но фишка не в этом. Rapid Trigger. Ты можешь забиндить две кнопки на одну клавишу на разных дистанциях. И нажиматься они будут не вместе, а по очереди. То есть если ты мог жать 200 BPM, теперь ты официально жмешь 400. Про-плееры просто ставят точку активации повыше, привыкают и жмут гораздо дольше. Да по клавишам жмут, долбоеб. А, и еще оказывается, на ней почти невозможно отлокнуться. То есть это клавиатура для ОСУ. Ты можешь поставить клавиши движения в шутерах выше, а скиллы ниже. И поздравляю, теперь ты просто физически не можешь мискликнуть. От 1/10 до 4 мм, все по твоему желанию. Если вдруг у тебя закралась мысля, что сейчас начнутся всякие спасибо вутинг и ссылки в описании, то нет, гайз, единственный мой спонсор это все еще моя мама. Да и нужна ли им реклама? Смотри, вот топ-10 игроков в ОСУ на данный момент. А вот те, кто играют без вутинга. Каждый игрок ВОСУ, живущий не в РФ и имеющий пару сотен баксов, увидев вот это... сам бежит в магазин и отдает свои деньги. Да и в РФ ситуация такая же, только магазин это кореша из Казахстана. Шутки шутками, а в ближайшее время ты будешь медленно наблюдать, как технология Rapid Trigger появляется у все большего и большего количества брендов. За этой штукой будущее, а до этого будущего уже и рукой подать. Для тех, кому интересно, уже прямо сейчас в англоязычном ОСУ комьюнити идет разработка кастомного мини-пада с вутинг-свитчами от комьюнити для комьюнити. Ссылку я оставлю в описании. Если смогу выпросить у них модель на обзор, вы будете первыми, кто узнает про этот мини-пад. Стоп, а я сказал, что заметный баф к скиллу появляется только у про-игроков. Лол.